И я хочу попросить на сцену выйти питерского человека, очень известного в узких кругах. Это Илья Измайлов. И вместе с ним... Прикрепите, пожалуйста, микрофон. Вот. Вместе с ним исполнить песню, которая так и называется, в общем, она совершенно новая. Называется она «Зима на пороге». Знаешь, вот-вот мой город отчаяние.
Вот сегодня подарить. Молодец.